продолжаем нашу работу. Виктор Геннадьевич, как можете прокомментировать сегодняшнюю встречу? Ну, чувствуется, что некоторые ребята у нас начали подседать, это еще по Черстанову по игре видно было. В принципе, большинство игр играем одним и тем же составом, половина. Много ребят, которые в ФНЛ первый сезон проводят, и видно, что им тяжело, и где-то начала накапливаться усталость, и какой-то свежести нам все-таки не хватает. Но даже при этом, я считаю, что сегодня все равно должны были мы выигрывать, даже при этом создавая столько моментов в первом тайме, убойные моменты, там, 7-6 метров, как у Бакаева, пару моментов во втором тайме. Много моментов, ну, должны забивать. Когда не забиваешь, конечно, тяжело рассчитывать на победу. Плюс, конечно, в обороне у нас еще есть проблемы, пропускаем необязательные голы. В целом, лучше, в принципе, неплохая команда, боевая. Почему одна замена была сделана? Неужели никто из запасных больше не мог усидеть? У нас всего 4 запасных. Один Горбулин, 2 замены, 2 защитника, Лихачев и Горбулин молодой, и Рудковский. Но единственное, кого можно было выпустить, это Рудковского, да. Но посчитали, что, наверное, здесь, в принципе, когда поменяли Руденко, уже никто не выпадал по движению и уже не сочли нужным.